Сколько денег выплатили нижнекамским вкладчикам Татфонбанка и почему городские елки оградили забором? Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. Не все горожане радуются новогоднему убранству Нижнекамска. С первых дней с елок на Красном Ключе и в парке «Семья» начали исчезать игрушки. Кроме того, злоумышленники портят электропроводку, поэтому некоторые ледяные фигуры остались без подсветки. В связи с этими событиями администрация парков решила поставить забор. Может, хоть он сможет уберечь новогоднее убранство. С 13 января все пенсионеры России получат единовременную выплату в размере 5000 рублей. Речь идет не только о тех, кто вышел на заслуженный отдых по возрасту, но и об инвалидах, детях-сиротах и других получателей. Пенсионерам, которые по графику получают пенсию с 1 по 12 число каждого месяца, единовременная выплата будет произведена отдельным дополнительным платежом. Те же, кто получает пенсию по графику во второй половине месяца, получат пенсию и 5000 рублей одномоментно. 2 миллиарда рублей выплатили нижнекамским вкладчикам Татфонбанка. Это составляет 80% от общего количества людей, хранивших деньги в этом финансовом учреждении. Напомню, что страховые выплаты гарантируются только тем, у кого сумма не превышала 1 миллиона 400 тысяч рублей. Остальные случаи будет рассматривать общий реестр кредиторов. В новогодние праздники Временная администрация совместно с Банком России осуществили частичную разморозку счетов Татфонбанка. Предприниматели получили возможность распоряжаться средствами, поступившими после введения моратория. Обо всем подробнее смотрите в вечернем выпуске новостей в 18 часов 30 минут. 21 января в Нижнекамске уже в четвертый раз пройдет концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого «Своя колея». Сын великого барда в очередной раз привезет в город целую плеяду артистов, которые будут исполнять стихи и песни Владимира Семеновича. Помимо оркестра «Глобалис», перед нижнекамцами выступит Ольга Кормухина, лидер группы «Серьга» Сергей Галанин. Дмитрий Дюжев в этот раз приедет с партнером по фильму «Бригада» Павлом Майковым. На сцене выступит Светлана Сурганова, а также основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин. А Анастасия Макеева и Дмитрий Сороченков тоже выступят перед нижнекамцами. Напомню, что «Своя колея» пройдет в Нижнекамске 21 января в 17 часов в Доме народного творчества, в кассах которого уже можно приобрести билет. Пасмурную погоду и небольшой снег обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Температура воздуха минус 22 градуса. А через пару часов мы вновь расскажем вам о самых последних событиях, которые произошли в городе и районе. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 4007-70 или пишите нам на наш сайт. Его адрес ntr-24.ru. До встречи.